И всем привет, вы на канале Black Rabbit, и у нас сегодня The Last of Us, третий выпуск, и я переустановил игру, еще раз прошелся катком по настройкам графики, и вы знаете, человек был прав, что что-то не так у меня было с графикой, и даже во втором выпуске вроде стало гораздо лучше, но все-таки что-то было не то, вот. И сейчас вроде переустановил, и вроде стало гораздо лучше. Вот сами посмотрите, какая объемная растительность. Вот, наконец-таки, просто серый оттенок волос, что он взрослый. Ну, в смысле, 20 лет, да, прошло, а не так, как можете посмотреть во второй части. У него какие-то зубочистки были белые в голове. Ну, такое себе, короче. Вот, то есть графика гораздо круче стала, я прям вообще радуюсь. Ну, просто мы, получается, мы закончили играть, вот, ну, здесь. И я когда новый выпуск записывал, третий записывал, игра вылетала все снова, 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 снова и снова. Я психанул, переустановил. И у меня сохранилась запись, только самая первая, где мы повстречали королеву цикад, еще когда девочки не было. Пришлось мне до сюда доигрывать, и у меня не было ни одного вылета, не было. И графика стала гораздо лучше, и, короче, я кайфанул, и я надеюсь, что так у нас и будет. Но, честно говоря, у нас уже вот один вылет был, но я так и не понял. Ну, короче, этому ничего такое не предшествовало. Сейчас. Вот. Ну ничего, говорят, что в этой игре вылеты — это норм. Главное, чтобы это не было так часто, чтобы я смог, сука, записать ролик до конца. Вот. Надеюсь, что у меня получится. Ну, по графике однозначно прям вообще даже лучше, чем во второй части. Вот. Во втором выпуске ролика прям гораздо лучше, прям просто на порядок лучше. Теперь залезем. Ну, конечно, растительность прям как вот настоящая, прям как живая выглядит, особенно в этих лучах луны, это просто кайф. Ой. Давай, 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 тяни. Ну пролазьте уже, ёпты, лялякаете. Жесть. У тебя что-то на ноге. Теперь надо найти выход отсюда. Давай искать. Значит, у тебя иммунитет? Марлин так считает. А как тебя укусили? Где это видно, чтобы в зоне напали зараженные? Ну, я любила удрать. Я училась в армейской школе-интернате. Любила удрать? Да, побродить по городу. И в торговом центре наткнулась на зараженных. Туда полностью закрыт проход. Как ты туда попала? Потихоньку. Тихонько. Короче, там оказался один такой, как вы говорите, бегун. Он меня укусил. Вот и все. Ясно.
Марлин видела, как тебя укусили? Нет. К Марлин я обратилась потом. Странно, что она тебя не пристрелила. Она хотела. Как она там? За нее можешь не волноваться. Ой, черт! Простите, я случайно. Таш. Извините. Идем, не отставай. Не, ну я теперь кайфую от графики. Теперь все то, как надо. По идее. Что здесь было? Старый музей. Некоторым вещам тут сотни лет. Правда? Надо было меч вот этот взять и просто голову сечь. О! Этот. Этим щелкунам. И было бы все в порядке. И без выстрелов, тишина, чик голову им отсек и все. Ну, пошли, пошли. Я жив. Я обойду завал. Опять они. Тесс. Бегом, бегом. А вот сюда мне. Так вот, щелкун первый идет. Ну, вот он, вот он, вот он. Бля, стекло разбил. Нормуль. Так, сейчас мы патроны перекинем. Там, кажется, одного не хватало. Вот. Так, теперь обратно перекидываем. Тут у нас полный боекомплект. Да, жалко трубу. Ну, там все равно 4 также оставалось. Как и в палке. Так, мы сейчас вот тут еще. Так, что нам? Эту зачистку, зубочистку, блядь. Надо сделать. Во, короче, нахапали, будь здоров. Так, а тут у нас что-нибудь есть? А-а-а. Ну пусть будет. Тоже максимум 3 сделаем. Так, тут пока мы это оставим. Угу. Все. Что тут было? Понял. Куда они с это слиняли?
тихонько. Вот это она ему ебасосину снесла. Так, все ли еще? Нет, кого-то еще стреляет. Бля, там еще прям нормально лезет. Вроде минимум двое. Ой. Ой, хорош. Блять, всех троих в голову. Ой-ой-ой-ой-ой. Черт, еле отбились. Ну это же красота. Это по-любому лайкос, ребятки. Три выстрела и все три в голову. Вон, чичундра ему. Чича разлетелась. Это что? Так. Все, а тут у нас ничего нету, да? Тесс, о, с тобой все в порядке? Запыхалась просто. Сюда, пройдем на крышу. Давай, давай. Ну а ты как? Еще от света так отгораживается. В каком смысле? Пока дышишь? Вроде да, только очень часто. Ничего, сойдет. Так, ну, а тут у нас что? Я нормально. Тут у нас никаких подарочков нету, да? На ту сторону. Наконец-то. Нам туда. Вот рядышком мы уже. Все здания такие, короче, перебитые. Это вообще завалено. Ну, вот мы типа вот в таком заваленном в одном были. Только иди осторожнее, она немного... Такая... Ну как, не разочарована? Еще не знаю. Но вид... Вид зашибенный. Ну да. Идем туда. Она ему дочку напоминает. Эй, соберись. Почти пришли. Не зевай. Есть, мэм. Вот, все, Капитолий уже пришли. Прямо за поворотом. Марш! Ладно, не отставай. Так, ну мы тут, наверное, запишемся сразу, чтобы если что у нас... Перезапишем. Да, вот, перезаписали. Это получается... А, нет. Или да. Сейчас еще 44 минуты. Ну да, значит, вот это. Почему средняя школа?
Ну, в общем, короче, вот так вот перезаписали. Чё? Я понял. Нам же тут подсказывают. Вон, желтенькое нам туда. Чё, сустаин какой-то? Что такое сустаин? Надо же. Так, чё у нас тут, ничего нет? Конечная прямая. Все, пришли мы к цикадам. Нет, я, наверное, все-таки графодрочер. Кажется, тут справа не глубоко. Блядь, иди за мной. Вода, кайф. Не, я все-таки графодрочер, походу. Хорошо, что Марлин выбрала вас. Ну, мне нравится. Просто мы намучились столько. Я буду вас еще, наверное, в этом выпуске немного заебывать в этом плане. Вот, но немного. Ладно, только в этом выпуске. Нет! Что теперь будет? Что ты делаешь, Тесс? Господи, карта, может быть, у них была карта или хоть подсказка, куда идти. Слушай, хватит, но сколько можно? Сколько нужно? Где их лаборатория? Она не говорила. Кажется, это где-то на западе. Что мы здесь потеряли? Это не наше дело. А что ты знаешь о нас? Обо мне? Знаю, что ты умнее вот этих. Да ну. Знаешь что, Джоэл, мы с тобой очень дерьмовые люди. Мы с тобой выживаем. Это наш шанс. Все кончено, Тесс. Мы попытались. Нам пора домой. Нет. Я никуда не пойду. Я уже пришла. Но почему? Везение не может длиться вечно. Да что ты несешь? Не трожь! Не трогай меня. Вот черт. Она заразилась. Джоэл. Покажи мне. Не надо, Джоэл. Покажи мне. Господи. Блять. Весело, правда? Дай сюда руку. Вот, сам посмотри. Меня укусили час назад, ее 3 недели. И ей хоть бы что, Джоэл! Ты должен отвезти девочку к Томми. Он знает этих людей, знает, куда идти. Нет, 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 это твоя затея. Я здесь ни при чем. Нет, послушай меня. Послушай, я знаю, ты не откажешься выполнить мою последнюю просьбу. Ты отведешь ее к Томми. Черт. Бля, эти приехали. Это они. Твою мать. Я задержу их, но вам надо бежать. Что? Предлагаешь тебя бросить? Да. Я не оставлю тебя. Я не хочу превращаться в чудовище. Ну иди. Пожалей же ты меня. Я не могу. Нет, уходи. Пошел вон. Элли. Прости, я. Мне очень жаль. Пойдем. Базару нет. Жалко, конечно, тетку эту. Тесс, у нее такое имя классное, как это. Чай был такой раньше, Тесс. Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками. Короче... Что за нафиг? Так, ладно, сейчас. Стой. Мы ее просто бросили. Хватит.
Не отставай, надо уходить. Так, в общем, раз у меня уже игра вылетела, я когда записывал, это я сейчас уже по второму кругу. Раз такая багованная игра у нас, и вылеты это нормальное явление этой игры, то будем делать так. Если вдруг игра вылетит, вот у меня все равно запись останется, этот кусочек, откуда мы вылетим, вот, то тогда буду выкладывать видосы с ней. Сейчас посмотрим, сколько мы тут уже отыграли. Здесь только 20 минут мы отыграли. Надеюсь, что мы полноценно час как минимум отыграем без вылета. Ну а если вдруг вылетим, то сохраню как такую часть, какая давайте есть дальше. Там 30-40 минут тоже нормальный выпуск, плюс-минус. Так что, если что, готовимся к таким вещам. Все, Тесс мертва. Так, тут у нас ничего, никаких ништячков нету. Они вот-вот ворвутся. Оп, вот ништячки. Пора валить. Ну, короче, будем надеяться, что вылеты не так часто будут здесь. Потому что, ну, не хочется. Меня, честно говоря, это начинает тоже раздражать, но я почитал, что без разницы, какие настройки, какие чего, это особо, ну, не нашли, что это влияет. Так, здесь 15, значит, пока с револьвером. Для быстрой замены и... А, прикольно. Так, ну ждем, когда зайдут. Так, раз, два, ушли налево, три, и вон четвертый за столом. Так, а ты куда пойдешь? Слева или справа? О, давай, вот это вообще удобно прям. Сука, свернул в последний момент. Тихо, тихо, лысый. Не буяй. Что за хрень? Убитый! У нас потери! Рассредоточьтесь! А кто сказал? А кто увидел, блядь? А, вот этот увидел. Да это крыса, небось. Да, он крысу увидел, и сердечный приступ схватил, блядь. Все, чижик. Держи! Блядь. Он ножом его спину, нормально. Молодец. Девчуля. Так, у этого ничего нет тоже, да? Так, тут тоже, да, ничего нет. За мной, идем. Так, это раз, два, три. Один еще остался, получается, да? Вы окружены. Давайте, а то хуже будет. Так, тут у нас ничего, ящички нельзя. О, пилюлечки.
Так, то я спиной к выходу, это очень плохо. Нельзя так делать. Кто здесь? Ну, как вариант. Все, идем, Элли. Так, но мне надо бутылку взять. Подожди. Чтобы потом кого-нибудь набутылить. Где-то тут должно быть было. О, да. О, палочка. Ой, я только об этом подумал, что, блин, остался один удар на палке. Надо теперь палку искать. И вот она лежит на лестнице. Блин, фарт. Просто фарт. Что нам делать? Джоэл, как отсюда выбраться? Так, для начала через этот холл. Пригнись, я не знаю, сколько их тут. Так, ты куда пойдешь? Угу, сюда пойдешь. Так, а выйдешь, получается, вот туда во вход. Цвет ночника классный, такой небесный типа. Так, ну нам все равно надо туда теперь пройти. Ой-ой-ой. Опа. Ты это видел? Опа. Хорош, хорош. Да ладно, на. Ебать, без единого выстрела. Ой, красота. Вот это да. Я же занервничал, но я сделал верный выбор. Ой, кайф. Мне понравилось. А тут это... Херня не работает, а только на этих чижиков, щелкунов, насколько я понимаю. Право. Надо тоже было бы переодеться в эту робу, блядь. Чё этот? Хорошие броники, этот. Разгрузка, шлем. Когда это мешало, блядь? Вот чёрт! Я вообще, короче, прям как ниндзя, короче, практически без выстрелов. Так, кажется, там еще где-то. Да, вот он. Нормалды. Все? О, батончик. Капец. Чуть не нравится.
Вижу. А, да, я сейчас еще раз скажу, графон заебательский стал, наконец-таки. Я смотри, прям рад. Да ладно. Твою мать. Пригнись. Там солдат ходит. Оставайтесь на месте. Ждите подкрепления. Вас понял. Держу подъем. Как ты можешь дышать этой дрянью? Я тебе не врала. Заметил? Нет, здесь никого. Я не видел. Прочешите район. Найдем и валим отсюда, пока щелкуны не приперлись. Да блять. Блин. Их тут нет. Чик, как ты в чем не бывало? Тихо, дружочек, ну ты чё? Пришлось пострелять. Слава богу. Так, это по идее выход, да? И там вроде как бы выход. Сейчас мы тут все поюзаем, посмотрим. Нет, тут ничего нету. А, ну exit это. А, туда выход. А это куда тогда? А, тут все закрыто, но тут мы не подымемся, да? Да. Все. Что-нибудь придумаем. А, цены ряд, да? А, это закрыто. Ничего я не понял. А, вот, все. Пробел всплывать. Так, и чё? А, ещё дальше надо. Элли? Нормально. А, ну по этой херне идёт. Так, и чё? Так, тут что за волны были? Меня тут не было, а там волны шли.
Так, а что у нас тут? Твой контакт, парень по имени Фрэнк. Это мой торговый партнер из внешней зоны. Ему нужно в КЗ Бостон. Встретишь его выхода из метро на Парк-стрит прямо у Капитолия. Вот его виза и бумаги для КЗ. Классно сделан, да? Осторожнее там внизу. Мои люди видели много щелкунов и сталкеров. Где его черти носят? Уже 2 часа тут торчу, как идиот. А в тени вроде бы что-то двигалось. Такое чувство, что сталкеры вот-вот нападут. Ладно, даю им еще 15 минут, а потом ухожу. Все, понял. Только не оставляй меня тут. А тут что, тоже нырять? Ну да, блядь. А, пробел всплывает. Так, и что-то... А, оп. Пилюльки. Что, опять надо нырять там? А, да. Так, тип. Так, всплыви, кислорода, ёбня. Блять, а где всплыть? Ёбаный в рот. Все, пизда. Я утонул. Я не понял, что надо делать, и я потерял точку всплытия. Да ладно, с самого начала. А что ты нашла там? А, тоже фонарик. Молодцом. Да. Так, мы вот тут всплываем, да? Не высовывайся. Так. Нихуя непонятно. Опять я проебал точку всплытия. А там вообще что ли ничего нельзя сделать? Я что-то не понял. Так, эту хуйню мы взяли. Жетон взяли. Ну, получается так, блядь. И что там внизу? Просто тупик. Вот, тупик. Точно, блядь. Там лестница. Может пригодиться. А как ее достать? К лестнице, походу, надо. А если пиздюшку сюда? Не? Залезай. Чего? Эли. Ладно. Ты ёб, нахуй ты прыгаешь. Спокойно. Тихо. Во.
Вообще можно было бы, блядь, за трубу схватиться и залезть. Ну, да ладно, это ж игра. А, хорошо. Так. Тут 11 у нас. Тут 16. Значит, пока вот этим пользуемся. Так. Шкафчики нет? Ладно. Бля, какая вонища, наверное, от него. Так, и теперь скорее отсюда. Ты в этом болоте покупался в застойной воде, где, блядь, трупы растворил. Ой, фу, пиздец. Жуть, одним словом, жуть. Свежий воздух, ура. Ура, свежий воздух. Еще раз скажу, еба красота. Слушай, насчет Тесс. Не знаю, что... Уговор будет такой. Ни слова про Тесс. Никогда. Мы с тобой вообще не обсуждаем прошлое. Второе. Ты никому не говоришь о своей особенности. Решат, что ты спятила или убьют. И ты будешь делать, что я скажу. И когда скажу. Ясно? Да. Повтори. Ты тут главный. То-то. К северу отсюда есть город. Один человек там кое-чем не обязан. Может, найдет нам машину. Окей. Ну все, пошли. Нам туда. Вниз, срежем, так быстрее. Ух ты. Что? Ничего, просто... Я раньше никогда такого не видела. Так, секундочку. Леса, что ли? Да. Так, надо же записаться тогда. Вот это мы перезапишем. Не бывало в лесу. Тут классно. Почему ты не вернул меня к Марлин? Она обратилась к нам, потому что сама бы не справилась. Может, ей уже лучше? Не хочу тебя расстраивать, но шансы выжить у твоих друзей с самого начала были невелики. Она сильнее, чем ты думаешь. Без разницы. Сомневаюсь, что смогу доставить тебя обратно в город живой. Так что пути назад нет, хотя меня это совсем не радует. Опа. А, у нас пилюльная трава есть. А может, еще какие-нибудь грибы? О, тут сколько всего. Так, а что я могу сделать? О, пилюль много уже у нас, 80, хорошо. Ух ты, привет. Ты кому? Ты кем? Ты че, ёбу далась? Ты с кем там здороваешься? Да. Пилюльная трава. А че, все нельзя, что ли, больше? Пилюльная трава тоже нельзя. Ну и ладно. Ой, как красиво. Прям лучи. Ой, ой. И это...
отблеск, или как там, облик, ореол, или как там называется правильно. И в воде все ой, блядь, ну все. Кайф. Как всегда. Перелезем? Нет, наверху колючка. Придется искать обход. Ого, смотри. Цикады. В смысле, настоящие. Ну, вообще, не цикады, а, ну, в настоящем переводе это светлячки. Я что-то забылась. И она сейчас вот увидела тоже светлячков, вот они мигают, зелененькие, вот они летают, вот, вот они, светлячки, но не цикады. Полезу, осмотрюсь. О, ебать, что за палка, ковырялка, блядь, вот это да. Модифицированное холодное оружие позволяет убивать врагов с одного удара, однако его прочность ограничена. Да пофиг. Инструкция модификации холодного оружия для... Опа! Инструкция модификации? Кулон, а что за кулон? Сияо Джанг. Понятно. Ой, не то. Обождите, а... А, вот. А, его собирать можно. Так, это чё? Блядь. А, не... Так, уже ваше холодное оружие, давай возможность мгновенно убивать одного противника. Оружие уже улучшено, требование. Крепеж, лезвие и холодное оружие. Все, я понял. Круто. Ну, это палка-ковырялка прям просто душевная. О. И куда? Не понял. А тут же можно что-то вверху. Вот, вверху. Так. Это у нас типа ребус получается, что ли? Бля, ну он не слабый типок этот. Такое бревно, блядь. Во. Ой, бля, красота какая. Дымок. Стелится в горизонте дымок. Так, ладно. Что мы забираем? А, или... А, мы уже перетворились. Это ты, Билл? Где вы встречались? А? Когда как? Ты здесь раньше не бывал. Я знаю, что он тут живет, но... Да, я здесь не бывал. Думаешь, он там, где дым? Будем надеяться. Что ж, тогда пошли, узнаем. Ну, пошли. Так, хорошо, ножнички. Закрыто. Так, тут все заросло. Спускайся. Смотри под ноги, не свались. Так. Тут тоже все закрыто. А кто крякает? Слышали? Блять, точно. А где? Откуда? А как? Так, тут под ступеньками нету.
Так, хорошо. Я хочу проверить просто. А, щелкун, во, все. Просто чтобы было понимание. Так, там походу выход вот это, да? Так, ну я хочу еще посмотреть там в ангарчике, что. Заперто, блядь. Ну, не было у меня заточки. Что я могу сделать, блядь? Нет у меня заточки. Нет у меня скотча, блядь, чтобы сделать заточку. Так, что-то сыкотно. Сюда. А там внизу что? Сейчас я проверю быстро. Бутылка, бутылка. Все, понятно. Ну, вроде нету. Я этот супер-мега-слух включил. Вроде никого нету. А, это вот это когда с той стороны мы пытались зайти. Ты в порядке? Я учусь свистеть. Бля, а я думаю, что за змея тут рядом? Это похоже на свист? Вот ёбнутая. Я думаю, где-то гремучая эта змея, гадюка какая-нибудь. Блядь, под ноги смотрю, кручусь, верчусь. А это она насвистывает. Блядь, вообще. Так, вот, и мы можем сделать заточку, кажется. Нет, блядь. А, скотч мне нужен был для заточки. Все. Заточечка одна есть. Так, а что у нас? Что за бумажка? Не забыть собрать больше таблеток, попытаться раздобыть патроны до следующей встречи с Тесс всего 3 недели. Опа. Опять про Тесс вспомнил. Неприятная история, конечно, с Тесс вышла. Так, это у нас... Тут заряжен? Да, заряжен. Так, тогда нам выход сюда. Так, там бутыль. Опа. А тут что? Так, а тут что? А, черт. Закрыто с другой стороны. Подсади меня. Подсажу, подожди, тут вот еще. Плохая идея. Ну, а как иначе? Я-то тебя подсадить не могу. Вот, таблетосы. Так, это патроны для ружья, да? У нас они тоже полные.
только открой, и все. Ладно. Тише. Попробуем. Ну вот. Та-дам! Молодец. Спасибо. Так, там 5. Там с одного удара вроде рубит. Это так же выглядит, блядь. Так, кстати. Я думаю, в принципе, здесь допустим, можно нам сохраниться. Сейчас мы сохранимся. Вот так вот. И вот так вот. Чтоб прям алаверды было точно. А потом? Потом мы поедем к Томе. Это который твой брат? Гораздо важнее, что он был с цикадами. Знает, где их искать. А, ясно. Только он далеко, поэтому нам нужна машина. Так, ребятки, ну на этом тогда мы сегодня закончим. Кайф, слава богу, без вылета все обошлось. Вот. Ну, хотя один вылет был, вот, но все нормально. Меня это нисколько не огорчило, так как что? Графика охуенная. Ладно, ребятки, с вами был Black Rabbit. До новых встреч и всем пока-пока.